Самые большие работы для Каменки в этом году в парке Витгенштейна. Строители трудятся здесь и сейчас. Ремонт на контроле президента. Вот Вадим Красносельский на месте будущей беседки. А так эта зона будет выглядеть по проекту. Хорошее решение по этой беседке. Не просто там, а вот именно колонны. Да. Хорошо. В парке отремонтировали сцену. Появился детский городок. Есть новые скамейки, уличные фонари. У нас будет две ротонды в парке, одна беседка для молодоженов. В этом году мы закончили всю систему подачи воды. Практически там остались только чисто бюрократические бумажные вопросы оформления отношений между энергоснабжающей организацией и подрядчиком. Они закончат эти вопросы, и мы уже проведем первое испытание. Запустим, посмотрим, как работает насосная система, как подается вода в парк. И с весны начинаем строительство самого котлована, пруда. И думаю, что к середине лета вода у нас будет. От пруда в парке будет отходить специальный ручей, чтобы вода не застаивалась. Еще в планах небольшие водопады, и не только. Все-таки здесь надо будет предусматривать небольшую лодочную такую вот стоянку, катамараны. Уже в процессе накатки глины, что забили туда сваи для установки пристани. Да, да. Примерно в таком стиле, как в Тирасполе. Здесь сухо, они в воде прямо это делали. Угу. Это место станет современной зоной отдыха. Возможно, в будущем здесь еще построят гостиницу с рестораном.